Да, нам очень вообще так, ну, приветливые люди, так все хорошо, детям понравилось, вот какие добрые люди. Тут добрые, к ним так хорошо, вот, к ним там встретили с игрушками, их там им чай там кушать, им фрукты, вот, и они... Да, да, дети довольны, да. Ну, серьезно, я иду, я говорю, у меня просто, ну, слезы на глазах, потому что это настолько трогательно. Мы подходим, и у меня, да, у меня есть немножко воды, которую я взяла с собой, но я понимаю, мне тут же бутылочку воды, возьмите, я беру, потому что мы ее сейчас допьем нас двое. Бананы, апельсины, покушать, попить, пожалуйста. Все расскажут, все покажут. Это, ну, это серьезно, это настолько просто трогает, что я не могу говорить и не плакать в этот момент. Хочу поблагодарить очень организацию ЮНИСЕФ, которая помогла нам, вот деткам, где они вчера развлекались на площадке, и сегодня очень рады, довольны. Спасибо большое. Вот. И спасибо большое всем волонтерам, всем людям с Румынии, нашим украинцам, которые нас встретили, накормили. Ну, правда, очень. Спасибо. Thank you. Thank you for your work, what you do, for your help for Ukraine. We appreciate everything the world do for us.